Что такое страйк? Расскажу. Что с этим делать? Надо оставаться человеком. За что можно получить страйк? Сейчас покажу вам. Надо? Так, сейчас тебе покажу. Вот, смотри. Ну, рептилоиды вообще-то существуют. В июне 1947-го недалеко от города Розуэлл в штате Нью-Мексико разбился НЛО. Существует видеозапись, на которой запечатлен якобы погибший гуманоид. Надя не очень в это верит, но я знаю, что они есть. У меня даже есть их фото. Документальная. Автор статьи утверждает, что ему удалось прочитать подлинные отчеты американских биологов о строении внеземных организмов. Обнаружились поистине удивительные вещи. Он знает, что самое интересное, он сказал, что это будущее человечества. То есть он сказал, что он будущий человек. Как он выглядел? Тебе показать? Давай, сейчас покажу. Как сообщает нам автор статьи, ссылаясь на американских патологоанатомов, кожа у пришельцев упругая, как каучук, серая, но может приобретать зеленоватый оттенок. Через нее пришельцы дышат, поглощают пищу и выводят продукты жизнедеятельности. Передают землянам. Больше членов нервов или у У гуманоидов нет ни зубов, ни пищеварительного тракта. Отсутствует слуховой аппарат. Автор приходит к сенсационному выводу. Кстати, насчет рептилоидов. Перед нами растительные биороботы, выведенные специально для космических полетов. По сути, большие, ходячие огурцы. У инопланетян есть, как говорится, инопланетные технологии. Автор статьи делает смелое предположение. Это уничтожение человечества захватчиками Земли. Возможно, этих биороботов выращивают не в специальных лабораториях, а на огуречных грядках. У нас. На Земле. Об этом нельзя говорить, да. Вероятно, на планете, откуда прилетели пришельцы, для производства ходячих огурцов не подходит климат. У некоторых, может быть, вы видели по телевизору, элементарно по телевизору, на шее. Иной раз опа, и жабры. Есть ученые, которые говорят, что чисто теоретически все это не так уж и невероятно. Кто-нибудь такое наблюдал? Я наблюдала. Прям в новостях причем показывали. Диктора новостного. We'll be right back.